Спасибо журналистам телеканала «Мир». Вопрос поставлен практически ребром. Что вы думаете на эту тему, Сергей? У меня на эту тему есть два абсолютно несовместимых друг с другом размышления. Да. Размышление первое, положительное. Уроки патриотизма приняты во всем мире. Это абсолютно нормальная и естественная ситуация. Вы это точно знаете? Ну, где я бывал? Я, слава богу, ну, в Европе я бывал практически во всех странах. И там странах. Есть уроки патриотизма? Ну, практически везде. Они не называются обязательно так. Это может называться «моя страна» или «мой город». В Европе очень сильно развито понятие «малая родина». Как и, в принципе, во всем мире, как и у нас. И у нас, по моему глубокому убеждению, в России, которая является многонациональной страной, которую действительно взглядом не окинешь, где Владивосток живет абсолютно своей жизнью, Калининград другой, Москва третий, без понятия «малой родины» обойтись абсолютно невозможно. И в связи с этим у меня сразу вопрос, а будут ли это понимать те, кому предстоит вести вот эти самые уроки патриотизма, или как они будут называться? Вот.